Всем привет, дорогие друзья, с вами Мистик, и сегодня я вам расскажу, где можно добыть волшебные палочки, благодаря которым мы можем превратить любого другого персонажа в животное. Действуют эти палочки в основном только на сервере Enigma PV. Итак, начинаем. Итак, дорогие друзья, первый квест мы берем именно в этом месте, думаю, все его знают. Здесь как раз находится дрессировщица, но сейчас я вам покажу это на карте место. Это город дракона Север, можно сказать. Итак, подходим к изумрудной фее, к этому NPC. Берем квест Red Baby, который я уже взял. И нам в инвентарь дают вот такую вот кнут для феек, вот такую вот штучку. Итак, сейчас мы бежим дальше к выходу города дракона Север. Так, полет у меня есть? Есть. Так. Берем полетик. Быстренько доползем до туда. Выходим из города дракона Север. Идем с полетом. Также тут у нас находятся боссы для Еж. И вот такие вот маленькие Red Baby'ки. Нажимаем на Red Baby'ка. Как мы видим, его мы ударить не можем. У него иммунитет ко всем повреждениям. Итак, нажимаем на инвентарь. Вначале нажимаем на Baby'ка. На инвентарь и щелкаем правой кнопкой мыши. Итак, все, ему нанесся урон, и у нас в инвентаре появился вот такой вот Red Baby. Теперь мы с этим вот Red Baby бежим сдавать квест такому NPC, как Весенний Фестиваль Геральт. Дотопаем до него. Находится он неподалеку от того NPC, у которого мы брали первоначальный квест. Вот он как раз, довольно-таки большой. И сдаем ему квест. Квест это тут пока не на английском языке у нас идет. Ну, да ладно, так. Берем еще один квест. И все. Вот там дали волшебные палочки на короля пингвинов, на обычного пингвина, на мишку, кролика, птичку и белочку. Так, сейчас я вам все эти виды постараюсь показать. Итак, вот у нас есть тут безопасный такой безобидный персонаж с ником Сутрик. Нажимаем на него, открываем наш список палочек и нажимаем правой кнопкой мыши. Итак, сейчас прогрузится этот пингвинчик, и вот он. Королевский пингвин с рыбкой. И вот так мы превратили первого персонажа. ПК превращать я не советую, потому что мы можем просто-напросто потерять нашу палочку. Также хочу обратить ваше внимание на то, что это действует только в ПВЕ-зоне, к сожалению. В ПВП-зоне мы ничего подобного сделать не сможем. У нас просто пропадет палочка. Превратили мы второго персонажа просто в обычного пингвиненка. Идем дальше. Найк. Сейчас у нас откатится палочка. В мишку его превратим, если получится. Ага, вот он, мишка. Так. Как бы на меня сейчас маты не полетели за это. Так, превращаем этого перса в кролика. Вот у нас кролик. Думаю, все его знают. Такой декор есть. Так. Гага. Перс Гага. Подлагнуло у меня немножко. Так. Превращаем его в птичку. Вот она, птичка Бубо. Большая довольно-таки. Попрыгала. И Синбебешка. Не знаю, превратится он или нет, но по идее должен.
Да, уж к сожалению, не получилось. Не знаю даже почему, но не получилось его превратить в белочку. Ну да ладно. Думаю, что вы все увидели, вы все поняли, как это все делается. Я вам показал, как выполняется этот квест, как, где можно превращать и как. Так что я думаю, что на этом можно закончить. И всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. С вами был Мистер Мистик. Всем удачи, всем пока.